Челябинске наркокурьеры попались с 30 килограммами синтетики. Задержать их смогли сотрудники ФСБ. Установлено, трое участников преступной наркоцепочки продавали наркотик. Часть запрещенного вещества они хранили в салоне автомобиля. А большую часть успели спрятать в специальных тайниках. Но на допросе они показали контрразведчикам все места, где прятали наркотик. За такое теперь парням грозит вплоть до пожизненного срока заключения.